Да, вот видите, влажная салфетка, вот антибактериальная. Вот. Смотрите, салфетку руку обработали, например, да? Вот. Взяли маски тоже, все обрабатывали. Она чисто, очень хорошо чистится. Видите, да? А сама влажная салфетка. Есть много средств, которые очищать. Очищать можно, все проще. Или себе везде очистит. Можно тут чесноком обработал, поставить туда кусок мазла, понимаете? И тогда уже можно пользоваться больше. Потому что очень много слоев, он не пропустит, никак не пропустит. Остальные там всегда надо, ну, расстояние держать и все прочее. Ну, рука надо перерабатывать. Понимаете, все, обработку надо всегда. Надо пользоваться спирт и все прочее, влажный салфет есть специально, как мы можем обработать. Вот это, вы видите, вот эта маска, которую я собираюсь нашим гайчанам подарить. Я просто хочу немножко сказать, из чего она состоится. Много тут слои, вот, видите? Да. Даже открывает вот это.